Вчера в жизни российского фигуриста Даниила Глейхенгауза произошло торжественное событие. Прославленный тренер связал себя узами брака с журналисткой Ольгой Полутовой. Церемония прошла в Подмосковье. Поздравить молодоженов пришли звезды отечественного спорта Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Морис Квитилашвили, Владимир Морозов, Алина Загитова, Анна Щербакова, Этери Туберидзе и Сергей Дудаков. Церемония прошла на открытом воздухе, гости разместились на сиреневых стульях, а путь невесты к жениху украшали сине-фиолетовые цветы. Обручальные кольца молодоженам принес четвероногий друг Полутовой и Глейхенгауза. В роли кольца Йонасца выступил песик молодоженов. Ольга шла под венец в пышном, белоснежном платье с открытыми плечами и разрезом, подчеркивающим стройную фигуру. Лицо невесты закрывала длинная фата. Жениху пришлось повозиться, чтобы увидеть возлюбленную. 32-летний Даниил предпочел классический костюм. После выездной регистрации свадьба переместилась в ресторан. Зал декорировали в сиреневых и фиолетовых тонах. На большом экране демонстрировали ролики, на которых запечатлены кадры из детства и юности фигуриста и его новоиспеченной супруги. Молодожены исполнили первый супружеский танец, чем растрогали присутствующих до слез, а также завершили приготовление праздничного торта. Когда настала пора бросать букет невесты, незамужние гости выстроились возле стены. Обладательницей заветных цветов стала Алина Загитова, с которой Даниилу Глейхенгаузу приписывали роман. Напомним, Даниил тренер и хореограф в группе Этери Туберидзе. Ольга – обозреватель соревнований по фигурному катанию на Первом канале. После Олимпиады 2018 года общественность заподозрила, что между Глейхенгаузом и Загитовой вспыхнул роман. Многие фанаты верили, что звезды спортивной арены до сих пор встречаются тайно. Однако свадьба фигуриста с журналисткой расставила все по местам.